Всем-всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! И в этом видео я хочу поделиться с вами своим первым заказом с сайта Фармакосметика. Конечно же, про этот сайт я знаю уже достаточно давно, видела обзоры девчонок и очень часто заходила на этот сайт, но как-то не делала заказов. В этот раз у меня был купон на 500 рублей при заказе от 2000, и, конечно же, я не смогла пройти мимо. Плюс ко всему, именно в этот период моего заказа была хорошая скидка на косметику Кора и также на некоторые другие позиции, поэтому я просто не могла не сделать этот заказ. Давайте, пожалуй, начнем с косметики Кора. И первое, что я себе заказала, это был вот такой вот мусс для очищения проблемной и жирной кожи с пребиотиком. Активными ингредиентами здесь выступает лактулоза, салициловая кислота, зверобой, череда, фиалка трехцветная и шалфей. Здесь небольшой объем, 160 мл, вот такой вот состав, и описаны все ингредиенты, да, что каждый ингредиент делает и какую роль он выполняет также в этом средстве. Я просто обожаю такие текстуры в виде муссов, в виде пенок, люблю также вот такие вот помпы-дозаторы. Использую я конкретно этот мусс именно по утрам, чтобы освежить свое лицо и убрать накопившийся за ночь жирный блеск. Этот мусс очень нежный, он не какой-то там воздушный, это не воздушное облачко, это действительно такой легкий мусс с воздушными пузырьками. Его очень приятно наносить на лицо, он очень хорошо очищает, при этом кожу мою абсолютно не сушит, и пахнет он очень приятно лимончиком, какой-то газировкой, мне напоминает аромат спрайта, вот прям действительно натуральный запах спрайта. Поднимает настроение также с утра этот мусс, очень хорошо очищает, и при этом кожу мою абсолютно не сушит. Я осталась очень довольна этим средством, думаю, что мне хватит его также надолго. Следующее средство, это уже гель-пенка для умывания для всех типов кожи с пантенолом. Здесь у нас пантенол, инулин, лист брусники, календула, липа, кукуруза и лист березы. Вот такая вот баночка. Объем тоже 150 мл, небольшой состав. В этом средстве два колпачка. То есть открываем вот эта крышечка и еще одна. Не знаю, зачем это нужно. Здесь уже идет вот такой вот дозатор. Выдавливаем средство, получаем такую прозрачную консистенцию, и при распределении это средство превращается в очень небольшую пенку. Я бы сказала, что это не гель-пенка, а просто обычный, самый простой гель для умывания, ничего такого особенного. Плюс ко всему, это средство не очень хорошо пенится, очень сильно мне сушит кожу, конечно, что мне не очень понравилось. Здесь также написано, что этой пенкой можно снимать также макияж, но я, если честно, не рискнула использовать на глаза, потому что, ну, действительно, сушит кожу, и для глаз, мне кажется, не стоит этого делать. Но несмотря на то, что он как-то сильно так сушит и стягивает кожу, я все-таки после умывания быстренько наношу крем, и для меня это абсолютно не критично, либо использую какой-нибудь тоник. Аромат у этой пенки еще более насыщенный, тоже пахнет спрайтом, но более такой сильный аромат, но мне этот аромат нравится. Но как-то я не скажу, что эта пенка мне пришлась по душе. Самый простой гель для умывания, который очень сильно сушит кожу, я бы повторно не стала покупать это средство. Кстати говоря, стоило это средство 218 рублей, а мусс стоил 211 рублей. Следующий продукт, это вот такая вот термальная вода Британь. Увлажнение, тонизирование кожи, повышение защитных функций. То есть это такая термальная освежающая водичка в объеме 125 мл, и здесь написано, что в составе у нас идет натуральная фильтрованная изотоническая морская вода, которая взята в провинции Британь, это Франция. Водичка содержит марганец, цинк, кремний и другие компоненты, и очень хороший здесь состав, вода и морская вода. Ну, что хочу сказать, термальная водичка такая, я бы сказала, на четверку с минусом. Не скажу, что тоже она мне особо понравилась. Да, она приятная, она очень-очень мягкая, но запаха она никакого не имеет. Здесь вот такой вот дозатор, то есть брызгает он вот таким вот образом. И можно заметить, да, что он орошает не всю поверхность лица, то есть его нужно наносить локально, например, только на лоб, например, на правую щечку, на левую щечку, на подбородок. То есть все лицо он орошать не будет, потому что здесь микрораспыление. Но, тем не менее, очень приятное средство. Но что я хочу сказать, он очень плохо увлажняет кожу.
она, термальная вода, плохо увлажняет кожу. У меня были термальные водички от Авен, например, от Урьяш. Вот они как-то более насыщенные, более такие вот влажные по своей текстуре. И после их применения я, наверное, ну, час точно могла не использовать какой-то крем. То есть у меня не было надобности в нанесении увлажняющего крема. Здесь такого нет. То есть я наношу эту водичку, и через 30 секунд мне просто хочется нанести крем, потому что я чувствую, что кожа суховатая. То есть влагой это средство, конечно, кожу не насыщает. Самая обычная водичка, как бы не заметила ничего особенного. Повторно тоже как-то у меня точно не возникнет желания ее использовать. Она, конечно, экономичная. И стоила она всего лишь 190 рублей. Ну, как-то, честно, я от нее ожидала, конечно, большего. Также слышала очень хорошие отзывы на вот такую вот маску. Себа Баланс с пребиотиком, которая подходит для жирной, проблемной и комбинированной кожи. И выглядит масочка вот таким вот образом. Здесь у нас объем 100 мл. Эта маска идет 18+. Здесь такой вот состав. Есть ромашка, шалфей, масло кукурузное. И мы можем заметить, что на первых местах стоит кукурузное масло. Далее здесь идет вода, цитиловый фосфат, который не дает коже жирниться, то есть убирает жирный блеск, питает кожу, ну и также другие компоненты. Наносить эту масочку нужно 1-2 раза в неделю на 15-20 минут. Здесь также можно пройти определенный курс. Также множество обещаний по каждому компоненту, что он должен делать для лица, ну и так далее. Я скажу, что осталась просто в восторге от этой маски. Она действительно очень-очень крутая. Здесь идет вот такая вот желтоватая консистенция. Аромат очень приятный, мне напоминает запах травы и лимона. Я вот заметила, что вся косметика Кора имеет какой-то такой лимонный аромат. Консистенция у масочки в меру плотная. Несмотря на то, что в составе есть каолин, это не глиняная маска, хотя я, в принципе, привыкла, что такие вот очищающие маски, которые идут для жирной комбинированной кожи, они обычно идут на глиняной основе, а это значит, что такие маски будут очень плотные. Но эта маска не такая, она по текстуре напоминает какую-то обычную питательную маску. То есть я ее наношу на лицо, и, кстати говоря, этой маской я пользовалась 2 раза, и наносила я ее именно на распаренную кожу лица. Вообще, я считаю, что любую маску нужно наносить именно на распаренную кожу. Так будет усиливаться действие маски, и плюс ко всему она будет проникать прямо глубоко в слои кожи и будет оказывать более хорошее воздействие на нее. Нанесла я эту масочку, она очень приятная, ее приятно держать на лице, она даже немножечко как-то охлаждает кожу, мне показалось, на 20 минут. В дальнейшем я заметила, что эта маска немножечко впитывается в кожу, но не до конца. Потом я ее смываю спонжиком, и я просто не узнала свою кожу. Она была настолько мягкая, вот просто кожа как персик, очень гладкая кожа. Плюс ко всему я заметила, что кожа стала более такая упругая, более подтянутая. Эта маска очень хорошо подсушивает несовершенство, но при этом она кожу действительно питает, то есть после нее нет ощущения какой-то сухости на коже. Я наносила эту маску на ночь, и на утро я заметила, что действительно какие-то высыпания полностью устранились, кожа была ровненькая. После применения этой маски кожа лица становится матовой, то есть жирного блеска нет определенное количество времени, и она, кстати говоря, отбеливает лицо. Она высветлила мне черные точки на носу, потому что черные точки — это, конечно, извечная проблема, но я заметила, что действительно черные точки посветлели. Они, конечно, не устранились, но они стали менее заметными. И маска просто суперская. Девочки, советую вам ее приобрести, особенно для тех, у кого проблемная жирная кожа. Также я хочу сказать, что эта маска такая вот экспресс-сос-маска. Если вам нужно срочно за короткое время привести в порядок свое лицо перед каким-то важным событием, я считаю, что эта маска будет просто палочкой-выручалочкой, потому что работает она просто за считанные минуты. В общем, я осталась довольна, стоила эта маска 312 рублей, но опять же со скидкой. Вообще просто отличная вещь, коробочка тоже со слюдой. Все очень здорово, я просто в восторге, даже не ожидала, что мне она так понравится. Далее пробежимся по кремикам. Я заказала вот такой вот крем, увлажняющий с морскими экстрактами. Подходит на день и на вечер. Я уже на этот крем смотрю очень давно, потому что не первый раз захожу на этот сайт.
Сразу же скажу, что этот крем стоил 381 рубль. Здесь идет такая баночка, объем стандартный 50 миллилитров. Сейчас вам покажу состав. Вот такой вот состав. Здесь идет морская вода, масло виноградной косточки, оливковое масло, опять же, стиловый фосфат, который, опять же, увлажняет кожу, смягчает ее и также устраняет жирный блеск на лице. Открываем этот крем. Здесь у нас идет вот такая вот достаточно увесистая, я бы сказала, баночка. Открываем. И здесь заглушка. И вот такой вот крем. Текстура у крема не плотная. Я бы даже сказала, немножечко водянистая, очень-очень легкая. Я использую этот крем именно на вечер. Он имеет потрясающий просто аромат. Активными ингредиентами здесь выступают фукус, ламинария, масло оливковое и виноградное масло, а также гиалуроновая кислота. Но мне напоминает этот крем по запаху какой-то такой цветочный аромат, или я бы даже сказала, аромат какого-то душистого мыла. Но мне очень нравится этот запах, я прям его обожаю. Наношу этот крем именно на ночь. Впитывается крем просто моментально, и при этом он опять же матирует кожу. Это не такой крем, который там супер как-то питает кожу, да, что на лице у вас появляется такой жирный-прижирный блеск, прямо как блинчик. Нет, такого здесь нет. Матирует кожу, очень быстро впитывается, кожа абсолютно без какого-либо блеска, что мне также понравилось. Но при этом крем очень хорошо увлажняет кожу. Кожа опять-таки становится очень-очень гладкая и действительно напитанная. Но одновременно с тем супер какого-то питания нет, но мне в принципе этого достаточно, особенно сейчас вот как раз-таки на лето. Этот крем имеет очень такой ярко выраженный интенсивный аромат. Мне кажется, он понравится далеко не всем, потому что аромат просто бьет в нос. И после нанесения, спустя 15 минут, я тоже чувствую постоянно на себе этот аромат. Но мне он нравится. Я как бы спокойно к этому отношусь. В общем, тоже очень классный крем. Мне тоже безумно он понравился, пользуюсь большим удовольствием. Высыпаний никаких он у меня не вызвал, слава богу, все нормально, кожа его хорошо приняла. Последний продукт от марки Кора, это будет тоже крем для лица. Опять же, он идет вот в такой вот упаковочке, и опять же повторюсь, что все средства идут вот в такой вот слюде. Это легкий увлажняющий крем-гель с SPF-фактором 15, защита от фотостарения. Здесь у нас идет гиалуронка, бетаин, кислота, шалфей, боярышник, земляника, масло ши, соевое, подсолнечное. Опять же, на термальной воде, и конкретно здесь написано, что это дневной крем. Вот такой вот состав, то есть мы видим, что на втором и на третьем месте здесь идут компоненты, которые как раз-таки защищают кожу от ультрафиолетового излучения. Опять же, цетилфосфат, ну и также соевое масло и так далее, вот все те компоненты, которые я перечислила. Опять же, все компоненты, которые работают в этом креме. Ну и объем тоже здесь 50 мл. Что обещает этот крем? Уменьшение объема морщин, повышение способности выживаемости клеток при УФ-облучении, подтягивание, разглаживание кожи. Ну и теперь сам крем. Баночка просто потрясающая. Мне она безумно нравится, потому что в этот крем не нужно лазить пальцем. Здесь очень удобная помпа-дозатор. Вот так вот выглядит. Текстура у крема достаточно плотная. И, как можно заметить, она белая. Я, в принципе, при покупке этого крема думала, что раз это крем-гель, значит, текстура будет какая-то гелеобразная, возможно, этот крем будет липким, но нет. Раз крем заявлен как защита от фотостарения с SPF 15, то и консистенция у него такая вот беленькая, прямо как у всех средств, таких вот солнцезащитных. Очень приятный крем, тоже впитывается очень быстро, моментально. Имеет тоже потрясающий такой цветочный аромат. Мне кажется, пахнет цветами, боярышником и земляникой. Опять же, аромат достаточно у этого крема насыщенный. Он остается тоже минут на 15 на лице. Прям явно так слышим. Но потом он также улетучивается. Но опять же, повторюсь, мне это не критично. Использую его по утрам. Опять же, кожа приняла этот крем просто отлично. Высыпаний, раздражений у меня никаких нет. И опять же, этот крем дает матирование.
При нанесении вот такое вот возникает ощущение, как будто бы вот на лице нет ничего. То есть абсолютно нет какой-то жирности, перегруженности этого крема на лице, абсолютно не ощущается. В общем, я довольна. Тоже суперский крем. Прямо просто вот находка. Я бы, честно говоря, вот этим кремом пользовалась бы круглый год. Очень он приятный, также как-то освежает кожу. Конечно, кожу он не подтягивает, морщины не убирает, как это написано, но оказывает очень приятное воздействие. Самое главное для меня в кремах, это, конечно же, увлажнение для кожи, чтобы крем не давал каких-то высыпаний на лице и просто хорошо ее питал и увлажнял, что как раз-таки и делает этот крем. Еще забыла вам показать вот такой вот наборчик от Коры, который я себе приобрела. Он, кстати говоря, тоже очень часто есть на этом сайте. Стоил он всего лишь 661 рубль. Представляете, за 3 средства, мне кажется, это очень здорово. Сейчас откроем этот наборчик, я вам покажу, что там есть. Итак, вот что у нас идет в наборе. Во-первых, опять же, крем антистресс для всех типов кожи, включая чувствительную день-ночь, успокаивающий эффект, регенерирующее действие. Тоже 20+. Конечно же, он у меня еще запечатанный, потому что у меня есть открытые крема. Оставлю его на потом. Далее в наборе шел деликатный гамаш с фитоэнзимами для всех типов кожи. Здесь у нас 18+. У меня сейчас очень много открытых скрабов для лица, поэтому тоже решила его оставить на потом. И последнее, это крем-гель для век с маслом ши. Вроде бы тоже на него были хорошие отзывы. День-вечер, тоже 18+. Опять же, у меня куча кремов для век, которые нужно доиспользовать. Пока открывать тоже не хочу. Вот такой вот очень-очень классный наборчик за такую недорогую стоимость. Мне кажется, можно даже на подарок, да, кому-то приобрести, и не стыдно будет подарить также такой наборчик. Следующий продукт, который я хотела купить уже очень-очень давно, и наконец-то я его взяла, но, к сожалению, не в том объеме, в котором бы мне хотелось его приобрести. Я говорю о вот таком средстве, это Холика-Холика, это гель с экстрактом алоэ. Здесь такой вот листочек алоэ, я думаю, все уже знают это средство, одна я его не попробовала. Я хотела купить полную версию, но, к сожалению, на сайте не было полноразмерки, поэтому пришлось довольствоваться миниатюркой в объеме 50 мл. Стоила эта малышка 179 рублей. Здесь нет крышечки, то есть простое вот такое горлышко. Это очень-очень приятный такой охлаждающий гель с таким травянистым растительным ароматом. Он прозрачный, очень быстро впитывается. Есть множество применений этого средства, его можно использовать вместо крема, можно использовать как гель для век, можно оставлять на лице в качестве маски, кто-то даже на волосы наносит этот гель, после депиляции он будет хорош, так как будет снимать раздражение, будет хорошо увлажнять кожу, и также можно его использовать после принятия солнечных ванн или если вы, не дай бог, обгорели на солнышке. Он будет восстанавливать кожу, убирать какие-то ожоги на лице или на теле, и просто действительно очень классный увлажняющий продукт. Я его парочку раз использовала и на лицо вместо крема, отлично он впитался, увлажнил кожу, в качестве крема для век тоже использовал, он прям проникает глубоко в слои кожи, очень хорошо насыщает кожу влагой. Прямо потрясающее средство. Маленький формат, скорее всего, возьму его с собой в отпуск. Ну и обязательно, конечно же, потом в будущем куплю себе полноразмерку. Еще один корейский продукт, который я хотела попробовать уже очень давно. Это вот такая вот пенка Тони Моли. Здесь 180 мл. Цена этой пенки 182 рубля. Я взяла пенку с экстрактом лимона. Она идет также с витамином С. Обладает мощным антиоксидантом. Осветляет пигментные пятна, предотвращает появление новых. Также подходит для проблемной комбинированной жирной кожи. Ну, действительно, такие вот корейские пенки, я думаю, многие знают, что они достаточно термоядерные. Конечно, для какой-то сухой чувствительной кожи они не особо подойдут. А для тех, у кого кожа жирная, проблемная, те, кто любит как-то вот ядреное такое вот очищение, прям до скрипа, то эта пенка, конечно же, вам подойдет. У нее очень нежная текстура. Пенки хватает буквально вот такой вот горошинки, чтобы ее хорошенько вспенить и нанести полностью на все лицо. Поэтому эта пенка, конечно же, будет очень экономичной. Она имеет очень вкусный такой натуральный кисленький лимонный аромат. Я как использую эту пенку? Наношу ее на спонжик, затем взбиваю до образования такой густой плотной пены и пенку уже разношу по лицу, ну и также прохожусь спонжиком впоследствии. Пенка действительно очень-очень нежная, но средство, конечно, чистит просто до скрипа.
И, конечно же, эта пенка тоже достаточно сильно подсушивает кожу, но я это люблю, потому что кожа у меня в последнее время какая-то жирная, постоянно жирный блеск, и хочется, конечно, всегда супер-пупер очистить лицо, тем более в летний период времени, несмотря на то, что погода не особо радует. В общем, я довольна этой пенкой, очень классная, опять же, повторюсь, хватит мне ее точно на очень-очень долго. Также на сайте в этот период была очень хорошая скидка на гели Санте. Санте или Санте, не знаю, как правильно. Я выбрала себе два вот таких вот крем-геля. Каждый гель мне обошелся всего лишь в 66 рублей. Мне кажется, это очень здорово. Я выбрала банановый смузи и шоколадный фраппе. Этот гель я уже попробовала, этот пока еще нет. Что хочу сказать, гели по консистенции достаточно жидкие. Пенятся они, конечно, очень плохо, хочется более такой пышной воздушной пены, но мыться с ними просто одно удовольствие. Конкретно этот аромат действительно напоминает такую кофейную шоколадку с прослойкой какой-то вот такой, знаете, белой сливочной начинки. Или даже я бы сказала, что мне напоминает бисквит, пропитанный коньяком. Вот что-то такое. Но аромат действительно очень приятный. Для любителей сладкого этот гель будет отличным. Он немножечко мне подсушивает кожу, но не сильно. Хотя я думала, что он будет как-то более питать. Но, в принципе, неплохой гель. Нормальный. И вот такой вот гель банановый смузи, его я пока еще не пробовала. У него аромат тоже приятный, напоминает молочный коктейль с бананом, но запах уже более такой приближенный действительно к натуральному банану, хотя проскакивает также нотка конфетного такого леденцового банана, но приятно тоже. Классные гели, прям задорные такие, поднимают настроение и ароматы довольно-таки натуральные. Буду дальше пользоваться, пока поставлю их в запасы, потому что, опять же, много открытых гелей и пока еще есть чем пользоваться. И последнее, что я себе заказала, это марка Queen Marine. Я вообще, если честно, случайно наткнулась на нее на сайте, покупать не собиралась, но она меня привлекла просто своим оформлением. Выглядит это все дело вот таким вот образом. Мне кажется, одно оформление просто чего стоит. Очень красивый такой полосатый дизайн и вот такие вот милые, такие вот морячковые ленточки. Мне кажется, это так прикольно смотрится. В общем, здорово. Что я хочу сказать по поводу этой косметики? Честно говоря, я считаю, что цена на нее довольно-таки завышена, так как я взяла бальзам для волос, шампунь. Шампунь стоил 292 рубля, бальзам тоже. И я взяла также гель для умывания, тоже 292. Но опять же, цена, я считаю, завышена, но по факту мы переплачиваем именно, скорее всего, за оформление и за упаковку. По сути, в этой косметике ничего нет такого особенного. Ну, давайте разбираться по порядку. Наверное, начнем с вот такого вот геля. Это деликатный гель для демакияжа с морской водой из Гольфстрима. Ну, по оформлению можно было понять, да, что это средство, которое содержит в себе экстракт морской воды. Конкретно этот гель заявлен, что его нужно использовать именно для снятия макияжа. Он очищает кожу лица, легко удаляет тушь, да, и другое. 150 миллилитров здесь у нас объем. Морская вода в составе находится прямо-таки на последнем месте, поэтому вряд ли она, конечно же, здесь содержится. Цвет очень красивый, такой прямо лазурный. В геле содержатся небольшие пузырьки. Аромат действительно очень приятный у этого средства. Пахнет морским прибоем, морским воздухом. Мне даже немножечко напоминает этот гель запах бассейна какого-то. Но действительно запах морской, очень приятный. Я обожаю морскую тематику, люблю море, люблю морские запахи, поэтому для меня это, конечно же, плюс. Я использую этот гель просто для очищения кожи. Я его использовала 3 раза. Пыталась снять макияж с глаз, но смывает, честно говоря, очень-очень плохо. Плохо даже справляется с тушью, и мне очень сильно щипет глаза, прямо конкретно щипет, оставляет пленку, поэтому я решила, нет, не буду я использовать это средство для демакияжа. Просто на щеточку наношу это средство и уже распределяю по лицу, и таким образом очищаю кожу этим средством. Что хорошо, кожу не сушит, лицо очищает, в принципе, неплохо. Но, опять же, повторюсь, ничего такого особенного нет. Да, красивый дизайн, да, приятный морской аромат, но средство предназначено конкретно для демакияжа, а мне это средство очень щипет.
глаза, поэтому, ну, конечно же, нет. И вот такая вот серия для волос. Я выбрала глубоко восстанавливающую серию для сухих и поврежденных волос. Шампунь и бальзам. Шампунь вот такой вот прозрачной консистенции, очень тоже красивого цвета. Баночки по 250 мл. Шампунь обеспечивает бережное очищение без спутывания хрупким и пересушенным волосам. Также есть морской коллаген, которые возвращают волосам эластичность, прочность и так далее. Ну и также вот такой вот бальзам. Бальзам, кстати говоря, достаточно густой и плотный, то есть он не вытекает вот так вот из баночки. Из вот этих двух средств я более-менее, наверное, могу выделить шампунь. Опять же, очень приятный такой морской нежный аромат. Шампунь очень хорошо промывает волосы, классно их очищает. Очищает, можно сказать, до скрипа. И он отлично подойдет именно для жирной кожи головы, так как этот шампунь продлевает свежесть волосам. Вот за это, в принципе, мне этот шампунь не понравился, так как у меня вечная проблема с волосами. Я мою голову через день, потому что волосы быстро жирнятся. С этим шампунем я хожу спокойно 3 дня и не мою голову, и волосы выглядят свежими и ухоженными. Аромата как такового на волосах не остается, но из минусов могу отметить неэкономичность, потому что шампунь плохо пенится и улетает он просто очень быстро. И вот такой вот бальзам. Бальзам, конечно, нужен, потому что шампунь промывает голову до скрипа, волосы по всей длине все-таки жестковатые, поэтому хочется их смягчить. Бальзам очень быстро впитывается в волос. Мне кажется, волосы даже кушают этот бальзам. Держу на волосах его 3 минуты, смываю. Но как-то вот нет ощущения прямо таких идеально гладких волос после кондиционеров бальзамов, какие бывают тоже в масс-маркете, например. Если обычно я использую бальзам, волосы просто шелковые, прямо гладкие-пригладкие, здесь все-таки я чувствую какую-то спутанность в определенных участках головы. Ничего особенного в этом бальзаме нет, я не скажу, что он как-то круто восстанавливает волосы, но да, их неплохо смягчает, ну и в принципе все. В кончике он, конечно же, не запаивает. Ну, в принципе, такая вот серия, я считаю, что денег она своих не стоит, цена завышена, но опять же, мне кажется, что в цену также включена и вот такая вот красивая упаковка. Я бы не советовала вам эту серию, можно, в принципе, купить шампунь, да, если вы хотите, если у вас жирная кожа головы, если вы хотите, например, чтобы волосы оставались дольше чистыми, то, да, можно попробовать. Но я повторно, конечно же, брать не буду. Теперь давайте подведем итог. Таким был мой заказ с сайта Фармакосметика. Я скажу, что мне все очень понравилось. Конечно же, положительных позиций больше, чем отрицательных. Я очень рада, что наконец-то познакомилась с косметикой Кора, так как она у нас продается в аптеках, но она стоит гораздо дороже, чем на этом сайте. Попробовала также, наконец-то, корейскую косметику, гели Санте. Ну и также вот эту косметику Queen Marine, удовлетворила свое любопытство в конечном счете. В общем, я осталась довольна. Благодарю всех за просмотр, спасибо, что остаетесь со мной. Также не забывайте подписываться на мой канал, оставляйте внизу комментарии, возможно, вы чем-то пользовались из всего этого представленного. Мне также будет интересно узнать ваше мнение. Всех целую, увидимся в следующих видео. Всем пока-пока!